Ну, ладненько. Всем привет, дорогие друзья, с вами Леон, и мы продолжаем играть в GTA 5. Опять играть в GTA 5. Ну и в прошлой части мы успешно ограбили банк. Причем очень-очень громко, убив практически половину населения. Конечно, если бы это все население было служителями закона, то, наверное, все-таки да, это было бы половина населения, которое мы вырезали. Так или иначе, мы все равно находимся за Лос-Сантосом. За нами до сих пор открыта охота. Мадрасу Мартин нас терпеть не может. Просит вернуть ему жену и так далее, и тому подобное. Что-то Тревор там мутится. Ну ты чё, куда ты лезешь-то, тупая ты тварь, блин? О, боже. Я ещё специально так чуть-чуть вот в сторону, чтобы она... Вот как такое происходит, а? В реале, а? Вот так вот под колеса. Под колеса, мать его, так попадают. Окей. День у меня сегодня не задался, ребята. Все, кто знаком с моей проблемой по Beyond Two Souls, знают, что, в общем, не все так приятно, как хотелось бы. Поэтому именно GTA может сгладить все, что, в общем говоря, происходит у меня. Ну, блин, потому что в ней реально можно выпустить пар. Ладно, собрался. Trevor about? He's probably out somewhere drinking human blood or eating household pets. He's not that bad. Really? Well, okay, he is pretty bad. But he's got a sensitive side. Oh, yes, he's very sensitive. When he gets his feelings hurt, he's devastated. So what's your story? I ain't got a story. I'm an independent thinker. Living out here away from the man, from what I can tell. You're like a high school athlete, living off old glories. You used to be able to manage heat, and now you're worried if your loafers are getting scuffed. Any more bullshit comes out of your mouth, you're gonna learn all about my past glories firsthand. You understand? Absolutely, sir. That came out wrong, all wrong. Tell Trevor the monthly train is coming through. What monthly train? The monthly train. Where have you two been? Getting some fresh air. Talking of beautiful things. Yes, I hear Stockholm Syndrome is very nice this time of year. Hey, watch your mouth, boy, all right? It's always been a dream of ours. The train of dreams. The hell are you talking about? I'm talking about gold. Enough to keep Ron in trailers and you in therapy. Enough so that we can pay off that Mexican and get you back in town, baby! Yeah! This fucking good! Jesus. Ah, man, we've talked about this hygiene thing before, bro. I invite you into my home, this is how you repay me? It's like living with a fucking horny skunk. И это говорит Тревор. Блин, обалденный. Санчес, смотрите, как разукрашен. Прямо патриотский такой, что ни на есть. Запрыгните на крышу поезда. Насколько я понял, там в поезде перевозят золото. Ни хрена себе. That's about the size of it! Make it a fast boat! The logistical mind of Trevor Phillips. So it's like gold bricks on board, right? Sometimes. This is a high-value courier service run by Meriwether. Oh, Meriwether? Tranquilo, Mike! This ain't a weapons train. It's goods too valuable to insure for air travel train. Gold. Sometimes. Ooh, mother! Не пошло. Ладно, главное, остались живы. Шлем одели, хорошо.
Sometimes enough for you, me, Ron, everyone. Fine. Ну это... Да иди, твою мать, снова! Ну, без этого никуда. Без этого like никуда. Ох, чувствую, сейчас будет жарко. Майк, о, да, еще одна вещь для твоей шопинг-листы. Мы нужны бомбы. Окей, я их возьму, когда я вернусь в трейлер. Вернусь в трейлер? Где ты? У нас есть работа. Да, я знаю. That's why I'm getting changed. Whoa, getting changed? What have you turned into? Stop that rain! Зараза, пропустил один шанс запрыгнуть на поезд. I've got a ticket! Hold up! Тупая ты псина! Ну не псина там уже была. Ладно, думаю, шансов у нас еще будет предостаточно. Да хватит, вы мне под колеса прыгать, вы издеваетесь, что ли? Один раз это ладно, второй раз еще ладно, терпимо, блин, но когда вы каждый раз подряд, блин, зараза! Сколько можно? Обалдеть. Ну все, это пипец. Это просто... Просто сегодня не мой день. Твою мать! Зашибись! Зараза! Канах. That's why I'm getting changed. Getting changed. What have you turned into? Водитель локомотива. Не, да, весьма длинный поезд. Офигеть. Нет! Ты издеваешься надо мной, да? Верно, ты надо мной издеваешься. Пипец, вот это спонтанное ограбление. Нормально так. Оседлали лошадочку. Howdy. Отлично. There's a new conductor on this train. You on the water? Sure, just caught a fish. Let me know when you need me. Got it? Eat it. Be under that fucking bridge. When we go past Polito Station, whole of Meriwether's gonna be on to us. We've been rerouted! Sorry! Woo! Отлично, мы проехали мимо. Так, и куда нам мы... Эм, I ain't far out. You under the bridge? Approaching the inlet now. I'll power through to the bridge. Отлично. В воде. Да, на лодке. Интересно, как много мы выручим за это все. Железнодорожный мост. Ну да, в принципе, сюда немного влезет. Но достаточно. I'm living the life, my friend. This is quite a spot you picked. Enjoy it now, because it's about to start raining fire. Shit! Ух, ни хрена себе! Ух, едить твою налево! Мазайте. Обалдеть. Вот это да. Целую аварию прямо. Так, используйте бомбу липучки. Ну, что-то у меня такого не припоминается. Вот. Find the loot! Our moment of judgment is fast approaching! Scar's getting wet, Mikey!
Так. Open up that freight car. Оп. Wouldn't want to see my best. It's about fucking time. I'll be as quick as I can be. I gotta run a fucking salvage operation in here. Так, ну наверху вообще ад. Так, оба, стрельба пошла. Что за нахрен? Мэриуэзер флит здесь, бро! Защитите Мэкла от людей, Мэриуэзер. Окей. Speed it up! Grab something, let's go! Тонкий оказался вертолетик. И прямо в камни, прям как надо. Ron would have found something 10 minutes ago. They got shooters on the track. Офигеть, они. Ох ты ж, блин. Распределились они там, а? No more sniper, so you can come out as soon as you find something. Еще вертолеты? Ух ты, обалдеть, там уже и десантники целые. Ба-бам. Ладно, а вот этих надо как-то пристрелить. Зараза. Высадились, ладно. Готов один. Где-то там еще один. Ага, вон он. Hurry it up, man! There's a lot of boxes to open, man! Ну как тебе упасть, мать твою? Воу! Finally! Come on! Обалдеть, он выжил? Нет, он не выжил. Залезайте в надувную лодку. Давай! Фух. Ух ты ж, блин. Дно. Класс. Ладно, пора вылазить. Так, он дерется, блин, под водой. Он не выплывает на поверхность. Что за хрень? Так. Что ты делаешь? Выплыви ты на поверхность, блин. Кнопки-то я все жму. Так, плавать, плавать. Учимся плавать. Так, на какую кнопку? Нырять, нырять на какую кнопку? Нет, это бить. Нырять, нырять. Так, нырнул, хорошо. Дальше, дальше. Всплывать, всплывать. На какую кнопку всплывать? Учимся всплывать. Так, нет. Нет, не то все, не то. Так, хорошо нырнул, хорошо пошел. Так, дальше. Всплываем, всплываем. Тогда нам нужно просто зажать вверх. И плыть, конечно же. А, наверх, просто плыть наверх, да? Да-да-да, подожди. У меня тут приступ кретинизма. Готов. Sit down, come on. Down the rapids, if you please. Вниз по реке, пожалуйста. Отличненько. They got some boats after us. Ну уж нет, я лучше постреляю. There's nothing natural about this. Nada. Блин, автонаводки снова нет. Нет, а значит выбора у нас особо и нету, блин. Ладно. Класс! 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 Просто же зашибись! Поманал я. Непонятно, что происходит, но похрен. Люди умирают, да и ладно. Эх, красота. National Geographic. I don't know, man. I get kind of pissy when I miss a putt.
Ох. Come on! We need to get on land. Pull her up down the coast. Вот один вопрос. Где? Где то, что мы награбили? Где в лодке это нарисовано? Whoa, man! You work hard for your living. Pull it down for me. How much you think you make for senseless killing, huh? Couple nickels? Times are tough. Have been since we put you in the ground. Hey, you had your savings. That I couldn't access because you blew the identities. You know, there was nothing for Brad's defense. Ron organized some transport for us. Все, прибыли. Ну твою мать, я скажу, это была прогулочка. А, все в маленьком рюкзачке, все в долбанном ящичке. Класс. Oh, his and hers, huh? Because of your independent spirit. Hey, 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 hey! Hey, before you go, show me the loot. И, конечно же... It's perfect. Perfect for fucking what? For squaring things with that Mexican psycho. We give him this, and you end your relationship with that little lady. Maybe we won't be dead men in Los Santos. I don't fucking see that Silicon City again. It'll be too soon. But this is my job, not your call to make. Nah, your job fucked things up with the Mexican to begin with. My job, my score, get your own! Wait, you give me that case, I'll give you something bigger. What? Union Depository. Ох, ты ж ни хрена, решился таки. Fuck off. Can't be done. I never said impossible. Just very difficult. Verging suicidal? That a line you're afraid to cross? Come on, T. You remember the dreams? Couple kids pulling jobs, the big one. I know it sounded crazy back then, huh? But hey, you and me together again, with Lester and Franklin on board, we can do this thing, T. This ain't no dream no more. Nah. You keep the case. Fuck me. Okay, hey! All right. Here. Keep that silly fucking thing. And you can keep Patricia as well, all right? Because I respect that lady, and I ain't gonna hold her back. Thank you. Just remember, I'm gonna be keeping my eye on you every inch of the way, all right? Of course. And if that bastard fucking cheats on her one more time, I don't know what I'm gonna do. You know, Trevor, we both know you're not the marrying kind. But hey, it's great to be back in business, huh? Let's bring it on. Ууу, ништяк, обалдеть, хранилище, а это же ребята, это же, наверное, вообще просто пик экшена и эпика будет. О, ух ты ж, у меня еще и серебро, время перезапуск. Вот если бы мне еще снижали процент за количество перезапусков, у меня бы было минус 126%, блин. Потому что в этой серии я явно раз 200 досфейлился. Да пофиг. Да пошли вы нахрен. Видели, какая у меня машина классная? О, конференц-связь, классно. Hello. Talley's on the line too. Hey, Trev. All right. I need your whole crew over at Cape Catfish. We're moving on the chemical weapons plant. Nah. I just gave something to Lester. I need to deal with some stuff. Get back to Los Santos. Just, give me a week. We got the equipment with your Polito money. The gangbanger's already on the way. The window's open, my friend, and you are jumping out of it. Shit. Los Santos ain't going anywhere, bud. Ладно. Сначала разберемся с этими ФБшниками. Так, это что у нас тут такое? Вы только гляньте. Здорово. Дай порулить. Классная машина для этих мест, прямо вообще. Итак, значит, ладно, с федералами мы сейчас дело замнем. Полагаю.
Так как прошлое дело у нас было, в принципе, для того, чтобы закупить все необходимое снаряжение. Ох, походу выбрал не самый лучший путь, скажу вам, особенно для этой машины. Блять, зараза. Херня, не машина! Лучше бы оставил прежнюю. Хоть она не такая красивая, конечно, но для этих дорог в самый раз. Для русских дорог прям. Все эти размусоленные машины, все это полная хрень. Даже чувак! Кепку сними! На улице ведь так классно! Свежий ветерок дует в лицо! И так далее, и так далее, и так далее. Кстати, вот вспомнил, что в этих краях мы охотились. Немножко пробовал поохотиться. Выглядит это, если честно, бредово. Это меня очень сильно разочаровало, именно вот режим охоты. Потому что вот каждый раз, когда мы убиваем оленя, мы вместо того, чтобы его освежевать, мы его просто фотографируем на мобильный телефон и в общем, получаем за это деньги. Абсурд полный. Мне нужна машина, и вы мне в этом поможете сейчас. Даже? Ох ты ж, ни хрена себе. Хорошая попытка. Ну. Так, понял. Еще раз. Ох ты ж, блин, кот. Ох ты ж, блин. А вот и машина. Машина. А, вырубился все-таки. Секундочку. У него там денежки валялись. О, нормально. Машина мне нужна. Блин, вот где-то они там гоняют. Обалденная лесопилка, конечно, огромная. Вон они гоняют. Вижу. Сюда, мать вашу, сюда, я здесь! God damn. По-моему, они меня все-таки сейчас посеют. Ну да ладно. Так, заберемся наверх. Тюрин. Дурак. Ладно. Чё париться, да? Франклин. У него там аж на 5 заданий. Поглядим, чему мы напропускали. Гляньте, а он за городом. Может, на пляжу где-нибудь, на заливчике таком, знаете, отдыхает. А нихрена. Ах да, точно. Общее задание. Франклин тоже приходит на место встречи. И этот долбанный мотоцикл. Долбанный зеленый мотоцикл. Нет, стой! О, блин! Как хорошо, что был шлем, да? А мотоцикл полная безвкусица. Эта прическа! Она меня в последнее время так выбесила. Ну ладно, потом сменим. О. Вы слышите этот звук? Это что такое? По-моему, это осколок космического корабля, который нас просил найти тот уфолог. Часть корабля собрана из частей космического корабля. Слушайте, действительно. Ха-ха. Отлично. Надо будет потом все-таки собрать все 50. Кстати, хорошо, что не 100. 100 заколебешься. Hey, what's up? Hey, man. Здорово. Где Тревор? How you doing? Man, I was wondering, have you heard from your family? Yeah, sure. No, that's a lie. I haven't heard a fucking thing.
Damn, that's fucked up, man. Yeah, well, it's not gonna matter. We're all gonna be dead in about a half hour anyway. What's going on, ladies? Hello, Trevor. What kept you? Business, Michael, business. All right? I'm the CEO of a big international corporation. It's very time-consuming. Nothing, of course, you'd understand, being a gentleman of leisure. You know, Franklin, if there's one thing that you're gonna learn from being around us... Plead just... fucking insanity. Then they can't fry you. If you want something done, go to the busy man. This rich fuck is useless. Hold on, man. Could y'all knock that shit off? Oh, look! Fucker. Boys, your boys. It's the feds. Hey, where's the other three? What other three? We told you to bring along six. This is a six-man job. No, you didn't. Dave did. No, Dave didn't. You said you'd do it. That is a frickin' lie. I do not get things wrong. All right, great. Then we're out of here. Let's go. You three can do it alone. And I fuck you. You do your own dirty work. Hey, I do my dirty work every day, keeping the country safe from scum like you. And you're doing a great job, sir. Hey, you want this job done? Then come with us, huh? Come on. Come on, Mr. Leisureware, Mr. Depressed Accountant. Let's go save America. Who the fuck are we saving it from this time? This is the real deal. My sources are convinced there's a plot in international affairs, you know, the agency. And they're using this facility to make a serious nerve toxin. Bullshit. Yeah. Which they plan in their mind-blowing insanity to let a major terrorist release on a metropolitan area so they can continue to get funding. Nothing increases funding for fighting terrorism more than successful acts of terrorism. All right. So let me get this straight then. No. There is no getting it straight. That's the point. Now we're doing this. You two are on getaway. Fuck off and make it happen. Michael, you're with us. What size flipper you wear? А чёрт. Не зря я тут учился плавать. Походу, сейчас будем исследовать днище. Agent Norton, it's been a while since you were in the field. The sight of you in neoprene is something we save for our worst enemies. Shut up, I'll be fine. And you, get in. You're driving. Go down the coast. The facility's a few clicks south of us. Отлично. Listen to me, Steve. No wisecracks, got it? No fucking cliches. We're fighting for the freedom of the people today. Don't lecture me on patriotism. You've been living outside the system too long. Social responsibility's a joke to you. So maybe I redeem myself, get killed in the process, huh? That old bullshit. No one is dying on my watch. Not even the burnout bank robber with temper issues and nothing to live for. This is the bay. We can get in through the discharge tunnel. Here goes! Ох, ладно. Шутки шутками, а навыки надо вспоминать. Уу, а чё, прикольно. Ладно, плывём. Дайвинг. Это вам не Томми Версетти из Vice City. GTA явно вперед шагнула. Эй, куда они уплыли? А вон вижу. There'll be a grate over the outlet. Townley, you've got the cutter. When we get there, go to work punching through. Roger that. Хорошо. Окей. Using the oxyhydro cutter on the grill. That's burning at over 3,500 degrees. Yeah, thanks for the science lesson. Can I keep this for the next vault I hit? That gas won't last forever, so cut smart. Так. Хорошо. Забавненько.
You got any more little facts for me from the instruction manual? Thought you'd want some intel on the equipment we sourced using your hard-won funds. Ha! I figured it was all gonna go on a wardrobe full of windbreakers. Oh, and maybe some nipple clamps. Топлива хватит лишь на один конец. И еще парочка пар. Да что ты? Вот так вот. Забавно так вообще резать решетку. Ах, красота. Там главное okay. Еще освещение какое-то есть. Проверитесь в лабораторию. You sure this thing comes out where you think it does? The intel is good. We're 100 yards out. Ah, I feel like I'm giving a colonoscopy to the Statue of Happiness. Nice change from beating up Trevor Phillips's ass all day. You feel that? Water's getting warmer. You wet your pants, Davey? This is a cooling tunnel. Of course it's getting warmer. No one urinated. I know for a fact that that ain't true. Только по большому там не сходите, пока плаваете. Problem with this job is I only get to know the criminals who are dumb enough to get themselves caught. Yeah, only I wasn't caught. Remember? I turned myself in. He makes a point. That makes you doubly dumb. Ну, какого хрена? Townley, we will leave you to die alone in this tunnel. Оу, не надо. Мне такого тупника уже хватило. What are you waiting for? У меня начинается вырабатываться клаустрофобия. Nearly there. Почему вентиляция не работает? Вот это вот. There's the surface. We're inside the building. Ох ты ж, блин. Ладно. На поверхность. Get up the ladder. По лестнице? Где у нас там лестница? Лестница, лестница. Вижу лестницу. Да не надо ты в трубу заплывать. Все, хорошо, мы внутри. Так, это по всей видимости военные лаборатории. И тут сейчас будет очень интересно. Прям обалдеть, как интересно. We ready? I was born ready. Let's do this. Come on, Dave. What's the plan? Hey. We locate the toxin and action our escape strategy. That's what we got. Great. Lead the way. Bank robber, your job is to keep this covert and non-lethal as long as you can. Against the wall, quick! What the heck? Give it to him, Townley. Что, я должен это сделать? Ладно. Оу! Get him out, Townley. Ладно. Come on, let's go! Да, после такого выстрела, наверное, даже и помнить ничего не будет. Прямо в лицо. Доберитесь до лифта. So what exactly does a neurotoxin look like? You're on a need to know basis, bank robber. Shut it. Elevator's coming down. Someone's on board. Ah, crap. Out. Grab the card. Хорошо. Офигенное у меня настроение, прям вообще обалденное. Вырубите сотрудников лаборатории.
Так? Да отлипни ты от стены. Как это сделать, а? Чтоб не нашуметь-то, а? I don't hurt animals. I love them. They're down. Let's go. Corridor goes around to the left. Я, говорит, не трогал животных, я их люблю. Типа они здесь опыт еще над животными ставят. Тут лаборатории, конечно, огромные. Как называется? Humane. Окей. Behind the wall. Security detail about to make a pass. Team incoming. Make a call. I dare you. Just a little pinprick. What can a pinprick do? Ask the monkey. Go on. A tiny amount on your hand. Okay, we're clear. Разве мы их не должны вырубить? Может, они там обнаружат тела и... Глупость какая-то. Ладно. Use the card on that swiper. Что-то мне кажется, они этот токсин не для того, чтобы спасти людей, забирают. Для того, чтобы использовать в своих целях. Let's do this. Конечно же. Door, now! What's going on? Door can only be triggered internally. Pause it. We got company. I'm on it. Компания? И где у нас кто? You! Hands up! We dropped your buddy. Now open the door before we blow it and drop you. Stick up, guy. You're expendable. Get the nerve agent. Шо? Классная штука, кстати. This will make me the most dangerous man in the country. I'm also the most shit scared. Oh, man. Thank you, federal government. Федеральное правительство. We need to get it into a refrigeration unit. Facility security has been compromised. Warning, warning. You got the right weapon? Началось. Так, что мне за оружие тебе хвататься? Не нафиг, я лучше дальше с тазером буду. Let's keep moving. I'm through here. Готов, Вася. One shot, one love. It chose the wrong line of work. По-моему, я ему попал в колено. Вот это лаборатории. Так, лаборатории. Вот ты падла, а? Allegedly. Can we go? Блин, они, да, они над животными там опыты проводят. Hey, you work for the wrong branch of the government. Ать, зараза. Как бы там зомби-вирус какой не активировали. Да, встал. Лол. Ха. Нифига себе. На него даже никак не подействовало. Да достали! А! А, дерьмо. Задание не выполнено. С чего бы это вроде? Да и погиб. Отлично. Почему бы и нет, собственно? Там граната-то лежала километр расстояния. Так. О! Красота! Вырубил меня в плечо. Ля-ля. Да насрать. Да манал я. Дауны, 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 враги. Так, перезарядочка. О,
Перезарядочка в очередной раз. Готов, Вася. Нет, не готов, но его добьют. Должны добить, да? Вы же его добьете, да, Матяшу? Да, мы его добили. Дауны, 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 дауны. Дауны, враги. Старый добрый Макси Пейни. Я хочу мышку с клавиатурой! Нахуя делать такие игры на пи-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 
Ебало это все. Стрельба это гонимая, блядь, неинтересная. С автонаводкой, блядь. Крестуин, блин, икс, нахрен. Все, блин, вардстайла, падла. Перезарядись. А, сдохни. Ну, выходи. Выходи, мать твою. Молодец, вышел. Нет, конечно же. Я сейчас сдохну, блин. Изи. Мартышки, блин, повсюду. Давай, мать твою, где ты там есть? Сдохни. Все, отпустил душу. Да ладно! Smell is shit! Твою ла-ла-ла-ла! На-на-на-на-на! Да не мешайся ж ты, да, он падла! Да, конечно же, стайзер не сработал, он прыгает еще. Уу, автонаводка, как же я тебя люблю. Мешает только, падла. Пиу-п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 иу
Уху! Мудила! Выбегает, дурак. Охрененная. Обалденная игра. Press X to win. Уху! Микки Маус мне в жены. Этот момент запомнится как самый дурной, и, в общем, я очень много тут нарейджил и насрать. Потому что я обожаю эту игру, так как здесь большая часть геймплея завязана на стрельбе, а я играю на джойстике, и единственный элемент стрельбы теперь только зажимай одну кнопку, жми вторую, и ты победил, так как есть супер наводка. Супер наводку. Мне дай наводку, дай. Ну, мне не дал наводку. Ладно. О, надо в укрытие спрятаться, иначе здесь вылезет враг. Я не успею навести на него автонаводкой и убить ему в сердце. Опс. Упс. Да-да-да. О, здравствуй. Так, здесь стекло. Да ладно вам орать-то. А, вот эту дверь открывайте, а. Пипец. Открывай! Открывай! А, подальше дверь, ну хорошо. Это что, из-за того, что с ноги, блин, ты открыть хотел ее, поэтому мне надо было отойти подальше, чтобы меня не ранило, да, не задело. Пипец у тебя, блин, не нога, пушечный выстрел. Allegedly.
Так, чем будем пострелять бы еще? А? Во, у меня снайперская винтовка, это будет классно. О, нет, это будет очень тупая идея. А вот пистолет в самый раз. Блин, пипец, они живучие. Классно. Что-то мне это напоминает. Что-то мне это все напоминает начало этой же игры. Мы на выходе. О, здорово. Put the agent on ice. Refrigeration units in that container. Контейнер, контейнер. Вот в этот контейнер. Here we go. Get her on ice before the sell by. Okay. Steady. Easy does it, Em. Just as I was getting used to having the apocalypse in my pocket. There you go. Phillips is on his way. Good. Get this thing ready to move. I'm just a couple clicks out. The package ready. Меня только что чуть не разрешетили, а я прыгал от стенки к стенке и... I can't believe they spent the tank from the Polito job on this chopper. Пипец. The flying pig rig. And we need a flying pig rig right now. Нейротоксин. Поднимите контейнер. Что-то мне сдается, что я сейчас хотя бы один раз разобьюсь, прежде чем его поднять. По дефолту. Радио другое. Не все так просто, детка. Доманал я. Ладно, 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 сейчас зависну. Да получится уж. Я же, мать, ты Тревор, а не кто-то там еще. Fuck it, fine by me. And the dead bodies? I'm lucky I'm not one of them. Come on. Let's go! Ну ни хрена себе. Oh, FIB Special Agent, I got this covered. Detain this man. Fuck you, I should detain you. I just took a bullet for my country. Pull it up. Get us out of here. По-моему, его все-таки пристрелили. Ну, под конец он выдал неимоверное желание и самоотверженность делу просто. I think Franklin's the one taking the easy way. Guy's got his feet up in an aircraft hangar. Look, let's just get to the airport so we can finish this bullshit. When you drop us, I'll take the nerve agent. Mr. Phillips, can I trust you to dispose of the chopper? I got more important things to worry about messing around with this stupid chopper. Like things that actually mean something. Not made up wars, with made up enemies. Matters of the heart. Просто нейротоксин в контейнере и вот так вот его. Ну ладно, все, я понял. Ну блин, он даже не взорвался, даже обидно как-то. Ну-ка. Лопасти даже не заделись. Давай, поставь ты уже. Все, поставил. Нет, не поставил. Да чтоб тебя. Твою мать.
Kill us, T! Не, ну как же, блин, не переиграть какие-нибудь моменты, это же просто скучно. Давайте все-таки уже поставим ящик. Все. Посадите вертолет. Ну, это самое простое, что мы можем сделать сейчас. Hey, Frank. It's cracking, man. So the cracking, man. In there, right? If it even is a chemical weapon, hell, it could be shaving cream for all I know. By the way, next time you're getting wet. Oh, but there won't be a next time, will there, Davey? There never is. I'll do my best for you. I always try. Yeah, well, maybe this time we'll get lucky. Maybe this time Steve will succumb to the strains of enhanced interrogation techniques. Interrogate him? Are you insane? They're probably decorating him right now. Hey, Davey, your boys at the agency are on to you, remember? Huh? You and Stevie. Just try and keep your heads down. Yeah, putz. What's this? Oh, fucking A. Yes! What's up, man? My days in the wilderness are over. Lester, he settled up with that crazy Mexican motherfucker. Gave him the artifact. Now, as long as Trevor handles the wife, we're good. But what about him, man? Yeah, fuck him. He likes the desert. Besides, we do one big score, we're all gonna have to go our own separate ways anyway. Oh, man. I can't wait to get back to that movie studio. Yeah, well, all right, man. Well, shit, I'll holler at you later then, all right? What a shit show. I'll tell you what, you could take this desert and stick it. My life may be a world of pain, but from here on out, it's going to be cool, comfortable, air-conditioned pain. Take it easy.